Итак, господа, было 66 тысяч, стало 6. Открытие брокер принудительно мои сделки закрыл на лоях. Вот, и решил я завязать с этим трейдингом раз и навсегда. Очень много времени уходит и нервов на это. Тем более, что денег мне хватает, все равно я не знаю, куда их тратить. А торговать ради того, чтобы наказать маркетмейкера, у меня уже не хватает сил. И вообще, вот слышали про статистику, 95% проигрывают. Мое такое мнение, что эти 95% все физики, оставшиеся 5% это мощные конторы либо инсайдеры. Вот такие пироги. Сами посудите, зачем, если бы среди физиков находился какой-нибудь успешный торговец, зачем нужно было бы открывать брокерские конторы, платить людям зарплату там. Ну, сложно это, всякие документы, все это. Хотя тому, кто организовывает брокерскую контору, можно было просто-напросто купить этого успешного трейдера и все. Так что на рынке вот 5 лет я торговал, и у меня сложилось стойкое мнение, что на рынке выигрывают только брокерские конторы и инсайдеры. Да, и еще с 2014 года народу понабилось до хрена у этих брокера, и терминалы стали жутко тормозить. Это еще это в довесок к моему решению об уходе. То есть робота уже не запустить. Робот будет сосать хуй постоянно, потому что в самые движники он не будет, не может открывать сделки. Кстати, попытался я найти на Ютубе какое-нибудь видео с заголовком «Завязал с трейдингом, ухожу из трейдинга». Не нашел ни одного откровения. Есть только как я там пролил, слил миллион. Ну, типа, говорят людям, что вот, типа, сильно не тот, кто упал, а тот, кто упал и смог подняться. Типа, несмотря на слитый миллион, люди все равно, типа, возвращаются в торговле, опять торгуют. Не верьте в Ютубе. Откровений нету. Я в этом убедился. Так что вот это будет моим откровением. Единственное, как можно торговать, это рубли-долларом. И то наличкой. То есть полгода сидите, ждете, когда появился хай, относите на биржу, меняете там. И обратно в нал. Только таким методом еще можно выигрывать. Всем пока, задавайте вопросы.